Всем привет! Сегодня я покажу вам йога-комплекс, который можно делать перед сном или для того, чтобы снять напряжение и расслабиться. В особенности он подойдет для тех, кто ведет сидячий образ жизни. Поехали! Как вам комплекс? Мне кажется, отлично расслабляет. В особенности его можно делать после тренировки, как растяжку. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и обязательно пишите комментарии. Всем пока!